Мужчина поссорился с женой, и они решили какое-то время пожить отдельно, чтобы понять, насколько дороги друг другу. И вот он вернулся домой и увидел то, что ранило его душу и сердце. Как всегда, сразу же ставим лайк и смотрим. Кто там? Ну, здравствуй. Привет. Как дела? Отлично. А у тебя? Не тратил время пустое? Нет. Хорошо. Прекрасно. Ты знал, что она замужем? Ты оставил меня. Ты... Ты знал? Нет. Оставил меня. Да, вот такая жизнь. Мда. Все понятно. Трахаешься на диване, на котором не могла трахаться со мной. Не буду мусолить. Послушай, чувак. Добро. Я ничего не имею против тебя. Так. Просто хочу, чтобы знал. Моя жена изменила мне на нашем же диване. Не надо было уходить. Всего за 2 недели. Не знаю, знал ли ты. Не надо. 2 недели. Не надо было уходить. Всего лишь 2 недели. Сам ушёл. Я сильно страдала. Плакала. Братишка, я ухожу. Нет, не уходи. Я ее оставляю. Только возьму некоторые вещи. Просто объясни один момент. Меня не было 2 недели. Ты и до этого имел мою жену? Или как? Бро, я ничего не знал. Я в шоке. Всего лишь 2 недели. И... Знаешь... Это шедевр. Давай без камер. Я забираю и ухожу. Эй, бро, ты оставайся. Ну что, друзья мои, что скажете на этот раз? Надеюсь, вам понравился ролик. Обязательно пишем комментарии, все они очень интересные. Спасибо за поддержку. Дальше. Больше.